Всем привет! Сегодня апрель, 5 апреля, мы ходили к неврологу. Мы сегодня в центре. Это Маратик. Всем салют! Это Томилёк. Она спит. Спит. Это хорошо, что она спит. Мы сейчас идем в консульство. Надо по делам, да. И вот гуляем заодно. Вот город. Это центр. Малибу. Какой-то отель Малибу. Вот это клуб не отель, клуб. Ну, отель и клуб. В общем, вот, мы сегодня первый раз. Мы первый раз выбрали, да? Центр. В теплую погоду? Ну, вообще, я с ней, с коляской. Ну да, так. Именно мы гуляем. Обычно если мы приезжаем, просто приезжаем и уезжаем. Были у невролога. Вроде самый лучший невролог, как будто бы. За 3 месяца я записалась к ней на прием. Она сказала, что я офигенная мамаша. А он тоже хороший папа. Ну вот. Ужас. Ждем, чтобы перейти дорогу. Та-ра-рам! Мы сейчас находимся на Маяковском. Это храм Святого Петра. Да? Омского. Шучу. Я не знаю. Ну, все так называются. Травы. Ой. Ну вот. Мы все так же идем. Я себе купила кофе. Мне муж сказал, иди купи кофе и пей быстро. А еще сказал, сейчас я тебе куплю еще пожрать, быстро ешь. Да? Ну да, смотри, что ты хочешь. Какой шаурму да, есть? Да, я хочу шаурму. Есть Лена продает шаурма. Ну я не знаю, тебя дразнить или нет. Он держит оразу. Сейчас мы его проверим на его эти светлые мысли. Светлые... Как сказать правильно? Я не умею разговаривать. Я разучилась разговаривать. У тебя хотя бы голос появился, нормальный стал. На его побуждение проверим. Светлые. Сможет он выдержать натиск с едой или нет? А если он скажет, что я буду тоже шаурму? Знаете, из его уроза. Это просто отговорка, что он хочет быть... Кто держит оразу? Я к этому еще не пришел, что я прям вот так вот держу оразу. Прям вот так. На изи. Ой, у меня батарея скоро сядет. Ладно, все, пока. Если я куплю ее, я сниму это, если нет. То нет. Тоже сниму. Да. Все-таки мне разрешили шаурму. Половину он съел. Ну-ну. Не признается. Да, все. Молодец. Ты выдержал. Значит, ты с искренними, чистыми намерениями. Ужас. Держишь оразу. Мы идем по этой улице. Здесь мы гуляли осенью, да, или летом? В сентябре. Тут были еще деревья все зеленые. Классно было. И сейчас классно. Только мы были с собакой, а теперь мы с коляской. А в следующий раз мы здесь будем гулять с чем-нибудь новым. С двумя, да? Yeah. Ну, лучше так. Все, ладно, я буду выключать. Надо есть. Надо есть шаурму. Ты что, грустишь или ты? Он плачет внутри. Снаружи у него грустная улыбка. Неплохо, все вкусно. Всем привет! Сегодня 7 апреля. Мы вот с Томилой вдвоем дома. Балушка уехала в гости к Аслану, братишке Марату. Марат уехал на соревнования по футболу в Новосибирск. Томилка вот лежит. Помаши ручкой. Привет!
Привет! Привет! Пупусик, карапузик. Лежит, короче, пальцы свои ест. А я хотела сегодня, ну, сейчас попробовать сделать слепок и слепки для рук и ног. Вот я, короче, купила, заказала такой набор. Вот это гипс. Сейчас покажу. Сейчас покажу вам вот эту вот штучку. Сюда делаешь отпечаток. Туда наливаешь гипс. Потом его вытаскиваешь. И готово. Так что я хочу сейчас этот попробовать сделать. Так что покажу потом, что получится. Ну, надеюсь, получится. Или не получится. Не знаю. Посмотрим. Надеюсь, получится. Вот инструкция. Как это делать? Конечно, не так все просто. Ну, как бы. Не тяжело и не сказать, что прям просто. Ну, попробуем. Да, Тамила, попробуем сейчас. Доброе утро. Доброе утро. Ой. О. Давай спать. Еще рано слишком. Что тебе снилось? Привет. Тамилек, привет. На, будешь камеру снимать? Будешь себя снимать? На, держи. На, снимай влог свой. На, держи. На. Держи. И вот этой рукой держи. Да, снимай. Рассказывай, что там. Рассказывай. Да. Как тебе?
Микрофон выключили. Что ты делаешь? Расскажи. Ну ты даешь. Покажи свою игрушечку. Ух ты, какая красивая. Какая красивая девочка, зайка, да, тоже как ты. Тоже твоя подружка, да, теперь? Да. Ой! Давайте посмотрим. Так, камера грязная. Ножку вчера, которую я сделала, я ее уже разукрасила. Посмотрим, сейчас покажу. Та-да! Класс, да? Это Милкина ножичка. Вот. Ну, вроде неплохо получилось. Такая огромная, но она такая есть. Вот, так что сегодня, может быть, еще ручку сделаем, да? Ручку сделаем, покажи свою ручку. Ручку, ручку покажи. Ручка моя. Вот такая вот уже ручка. Ручку сделаем, может быть, сегодня тоже. Посмотрим. Давай, покажи, как ты переворачиваешься. Покажи, как ты переворачиваешься. Камера, давай, тебя камера будет снимать. Покажи, возьми камеру сама. Давай, покажи, как ты переворачиваешься. Давай, тянись. Давай. Вот, 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 давай, давай. Давай. Опа, молодец. 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 Перевернулась. Мое сладкое. Ну все. Давай ручку вот эту вытягивай. Вот так вот. Слюнки текут. Все, молодец. Алло, доча. Всем привет. Сладкий. Марат приехал с Новосибирска. Привет, привет, привет всем, ребят. Какое место? Второе место. Сибирский, заняли. Сибирский. Что-то ветер сегодня. Да. Опа, опа, стрель не нравится. Мы сегодня впервые вышли с новой люлькой. Нет, не люлькой, а как называется? Ну, в общем, что сегодня ветер, а так хорошо этот. Так, знаешь, чтобы ее закрывать? Ага, вот так вот. Все, в люльке она больше лежать не хочет. А нет, этот. Поэтому мы в открытую уже положили. Пусть она смотрит. Кстати, можно брать, натягивать, которая от ветра. Эту штучку. Полиэтилен. Да, она будет. Хотя надо ей дышать же воздухом. Так что у нас тепло. Что, отвернем ее? Давай отвернем ее. А, точно, этот дом называется Трест. Трест номер 4. Да. Там все компания. Она смотрит, как вы разговариваете. Ну, ну. Где Тамиля, Тамиля? Тамиля. Thank you.
Что ты молчишь? У тебя не получается, что ли? Смотрит на него город. Ну. Ты одела ползун эти? Нет, не одела. Нет. Сейчас вот, ну-ка попробуй, сейчас. Зарим кляля. Она береде. Вот, вот, вот. Давай. Попробуй. Тоскать? Сейчас она будет. Ты что говоришь? Да? Да? А что да, да, да. А? Вообще. Вообще.